для профессионалов. Всем привет! Итак, мы отлетали наш объект, скачали данные с Теодрона, теперь нам надо их обработать. У нас в наличии UBX-файл, скачанный с Теодрона, GPS-файл, скачанный с Javada, файл с координатой базовой станции, ее высотой и то, что она наклонная. Прежде чем приступить к обработке, мы их конвертируем в Linux при помощи бесплатной программы RTK-Lib, доработанной компанией Mlit. Открываем RTK-конвертер, выбираем формат Javad, выбираем наш файл с Javad и запускаем конвертацию. Теперь выбираем UBX-файл, выбираем наш файл с Teadrona и запускаем конвертацию. Вот мы получили наши Linux-файлы. Теперь запускаем Magnet Office. Так, создаем новый проект, пишем название проекта. Далее. Выбираем проекцию. У нас тут своя местная система координат. СК-42. Выбираем геоид. EGM-2008. Создать. Так. Импортируем данные с базовой станции. Данные с базовой станции добавились. Вот появилась запись, вот отображение. Добавляем данные с Teadrona. Teadron выступает у нас в качестве ровера. Все, данные добавили. Теперь заходим в свойства базовой станции. Здесь пишем, что это база. Выбираем антенну. Javad Triumph 1. Так, у нас наклонная высота. И высота у нее 1 метр, 128 миллиметров. Окей. В закладке точки надо указать реальные координаты базовой станции. Координаты базы мы указали, заходим в сеанс наблюдений, и здесь нам нужно указать высоту антенны в Teadrone. Она составляет 169 мм, она вертикальная. После этого заходим в закладку «Обработка» и «Постобработка GPS+.» Итак, мы обработали, получили наши координаты. Теперь их надо сохранить в CSV-файл для дальнейшей обработки. Выделяем наши координаты, нажимаем правой клавишей «Экспорт». Имя формата у нас имя, XYZ и код. Можно зайти в настройки и выбрать нужный себе разделитель, с точкой запятой работать. Окей, сохранить. На этом обработку мы заканчиваем. В следующем видео мы разберем, как выполнить обработку аэрофотосъемки в программе Edgesoft Metashape, получим 3D-модель и ортофотоплан. Всем пока!